Специалисты областного фонда развития малого и среднего бизнеса приехали в Химки. Они провели консультации для коммерсантов по вопросам оформления заявок на получение бюджетных субсидий. Поддержка малого и среднего бизнеса – одна из задач, поставленных временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Воробьевым. Совещание началось с подписания соглашения фонда развития малого и среднего предпринимательства с областной торгово-промышленной палатой. Взаимодействие этих структур должно помочь развитию бизнеса. Конкурс на получение субсидий стартовал 17 июля. А завершится 23 августа. Претендентами могут быть все предприниматели, имеющие бизнес на территории Московской области. Суммы разные. Ну, так же, как направления оказания поддержки разные. Но начиная там от компенсации по ставкам процентов, заканчивая социально ориентированным предпринимательством. От 10 миллионов рублей до там, нескольких сот тысяч рублей. Цель конкурса – повышение конкурентоспособности бизнеса за счет создания благоприятных условий. Все полученные заявки будут переданы рабочей группе Совета по развитию предпринимательства при правительстве Московской области. Окончательное решение примет Министерство экономики. Как сам предприниматель, коммерсант, естественно, мне эта субсидия интересна. Я в прошлом году смог на свой холдинг получить 3 субсидии и помочь еще там нескольким коммерсантам получить эту субсидию. В этом году хочу увеличить эту цифру. Подробная информация размещена на сайте Министерства экономики Московской области www.me.mosrec.ru.